Друзья, то, что вы видите перед собой, это не пирог, там, скажем, с творогом и какой-нибудь колбаской. Или вот, допустим, тут, даже не знаю, на что похоже. Это пицца. Это пицца, друзья. Пицца, делу время, пицца тайм. Да, пицца тайм. Пицца тайм, пицца. А чего ножки-то отдельно, без ничего? Не на пицце. Это тогда надо же пиво приносить. Так, вот. Собираются студенты. Чтобы подтягиваются, вот хорошее слово. Собираются грибы, а студенты подтягиваются. Вот они там сидят, подтянулись, да, так, помахали ручкой, да, помахали ручкой. Можно. Хорошо. Так, значит, мы... Это так, про Алену мы знаем. Алена из этого, из Пензы. Так, а вы откуда? Всем привет, я Олег из Калуги. Из Калуги, вообще, циолковские места. Да. Так, so and where you are from? India. Where? I understand, but yeah. Which part? North India. North India. Any specific location? Delhi. Delhi. Okay, so everybody knows Delhi. Okay, yeah. Good. So, what did you do before? I was a layout designer. For hardware? For Intel. I work for Intel. So what happened to that job? I got laid off last year. And you decided to change your occupation? Yeah. Hmm. Okay, so you did printed boards or no? Means just chips. Chips, microprocessors. Oh, okay. Yeah. Interesting. So, in my mind, it's kind of highly paid and in demand profession. No? Well, now most of the jobs are going to India, Romania, outsourced. Ireland. You know. Okay. So okay. I understand. It's been outsourced. Yeah. Okay. Yeah. And I was doing like analog layout design, mm-hmm. but now I see most jobs are for radio frequency, mm-hmm. wireless. Okay, okay. So, and then I worked on the Intel Foundry. Mm-hmm. Now they're asking for TSMC. Okay. Yeah. So you just decided to change the focus. Change, yeah. Okay. Да, хотя серьезными вещами занималась женщина, она микросхемы расписывала, чипы. Вот. Это серьезная, очень квалифицированная, очень хорошо оплачиваемая работа. Но вот, говорит, меняются тенденции. В Intel работала. А, из органов прислали. Ну, в смысле, казна платит за тех, кто работу теряет. Олеся, вот я хочу сказать, что тут пицца, и ты можешь испачкать свое нарядное такое красивое платье. Не такая же она уж и прыгающая пицца. Пицца, ну да. Всем ну, привет, у нас сегодня пицца тайм. Так. Мы сегодня кушаем вкусные пиццы, и сегодняшняя пицца очень оригинальная, потому что она сделана как пирог. Пирог. Но мы ее уже съели, вы снимали, да, до этого? Я снимал, но и там мы сейчас заказали еще. На коробке написано, еще заказали? Еще заказали. На коробке написано, что все говорят пицца, а мы говорим пирог. Пирог, да. Да. Это настоящий такой хороший пирог. Пирог. Ну там как бы действительно хлеба больше, чем обычно. Очень вкусный хлеб. Мне понравилась корочка, потому что корочка так. С сырчиком очень классно. Так, девушка. Сегодня у нас больше... Девушка. Женя. Джейн. Джейн по-английски, да. Так, Женя, идите сюда. Так, Женя, откуда вы рассказываете? Я из Лос-Анджелеса. Да вы что? Да. А до Лос-Анджелеса где вы жили? Я родилась в Лос-Анджелесе, жила в Калифорнии еще, жила в Вашингтон, Д.С. тоже. Боже, а как же вы по-русски-то? Мама и папа по-русски меня, ну, дома. Ну, хорошо, мама и папа откуда приехали? Да. Мама из Узбекистана, так. И папа из Украины, из Одессы. Ну, так вы что, по-узбекски тоже можете? Нет, к сожалению, не могу. Хорошо, то есть вам как бы в целом получается, что и никакого выбора родители не дали. Родилась в Америке и все. Да. Ну, вам в целом нравится в Америке? Да, я думаю, что да. Много таксов платить надо. Я пока про этого не сильно делала, но да. Ну, вы что, уже... Ну, я молодая. Вы успели поработать уже? Да. С папой у нас был бизнес, и я работала. Да вы что делаете, что? Conferences. Ну, event technology, audiovisual. Ну, да. Ну, знаний глубоких прочных набрались? Да. А вообще образование какое-то получали до нас? До вас просто там high school. Well, that's the highest level. Но по-английски вы можете по-английски? Да, по-английски могу. Я на всякий случай, знаете, зрители многие думают, вот она по-русски говорит, наверное, может, она обманывает.
обманывает. Да. Ну что она по-английски может. Coming girls, скажите. Ну ладно. Ну, то есть вы как бы рекомендуете, значит. Да, обязательно. Инструктор хороший. Ну давайте это самое. Давайте уже тогда работайте. Да. А вы хотите зарабатывать много денег? Конечно. А что вы с ними делать будете? Сэкономить и жить на них. Как сэкономить? Не помню. Жить на них и... Откладывать. Откладывать, да. А откладывать зачем? Чтобы были на... Не знаю, на все. А родители что говорят? Иди, говорят, учись, будешь там инженеркой. Ну... Одобряют. Одобряют. Саппорт есть, да. Хорошо. Так, а чем ваша мама занимается из Узбекистана? Мама моя тоже в QA. Ах, вот оно да. Что. Это тоже у нас училось? Знаешь, этого я не знаю. Понял. Но мой брат учился. Да, то есть мы всей семьей такая QA-ная семья. Можете да. Организовать консалтинг. Ну, все консалтинг. Друзья, все family, friends, все как-то. Ну, а вот вы, вас не пугает, что вот сейчас экономика немножко подбитая, в смысле IT, да? То есть вот, я допустим, думаю, в ресторанах что... много работы, а вот, допустим, в IT-то вот сейчас несколько зажатое время. Как вы смотрите? Я думаю, что любой market, любой industry всегда kind of, ну, чуть-чуть сложно, может быть, да. Найти работу. Ну, вложить effort в это и стараться найти, я думаю, Если мой опыт такой, если опыт. Все будет хорошо делать и стараться, то обязательно получится. Я согласна. Может быть, немножко больше времени займет. Ну, может конечно. Быть, даже да, поначалу на $5 меньше заплатить. Ну да. В час. Ну. А так в целом все более-менее живое. Да, я с этим... Могу вам даже сказать, что в последний месяц некоторое оживление такое вполне заметное. Вот я наблюдаю по запросам на референсы там, и так далее. Да. Вот я бы сказал, что процентов на 35, на 40 в этом месяце, в последнем месяце было больше, чем до того. Так что вот вы в хорошее время да. Попадаете. Ну, давайте. Спасибо. Вот такие у нас будни, друзья. Как-то раз, помню, какая-то тоже тусовка была, мне говорят, вы там где работаете? Я говорю, в Портнов Computer School. Говорят, а кем? Я говорю, Портновым. Вот. Но это мы так сейчас, значит, закусили, лишнего съели, конечно. Ну, невозможно на таком мероприятии лишнего не съесть. А сейчас я двигаюсь в свой офис. Вот, пожалуйста, вот там. Иду по коридору, приближаюсь к своему офису. И там у меня, знаете что? Там у меня... Секундочку. Вот. Там у меня грин-карты и номера соцстрахования, которые я подобрал только что на почте. Ну, у нас тут есть. Значит, у нас, смотрите, грин-карты. Вот целая пачка, видите? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Грин-карты. Шадрина Мария, Мурат, София Мурат, Камила Мурат, Бабур Мурат, Владимир Илюхин и Светлана Караваева. Вот, пожалуйста, с грин-картами. И конвертик пришел от Елены Королевой, чтобы я ей, значит, ее документы отправил. Так что, друзья, жизнь продолжается. Мы на позитиве. Подъели пиццы. Ну, вообще, не голодаем. Нет, не голодаем. Чего и вам желаем. Счастливо!